Да, «Магнитка» может себе позволить реализовать большинство, не реализовать большинство. В любом случае, преимущество ее в счете с каждой проведенной сменой становится все более солидным. Ну а теперь, после гола Эллисона, он не только догнал Мазякина по количеству набранных очков, если, конечно, Мазякина там не было в качестве соавтора заброшенной шайбы, но я думаю, что, в общем, это с точки зрения определения победителя этого матча, так процентов на 99 снимает вопросы. Эллисон ничего не говорил про 20 заброшенных шайб? Эллисон-то ничего не говорил как раз. Ну, по крайней мере, мне точно ничего не говорил. Я ничего не читал по этому поводу. Но вот про Клинхаммера читал. Это исполнение. Это исполнение. Человек, способный с такого угла попасть в ближний верхний угол над плечом. Но неудивительно, что для него это пятый сезон в континентальной хоккейной лиге.